Когда-то тут были джунгли, так местные назвали район набережной в центре города, где в зарослях слонялись алкоголики и другие антисоциальные элементы. Но вот уже год, как тут обустроен парк на территории в 9 гектаров. Все необходимое для отдыха, кроме алкоголя и кустов. Чему несказанно рады все. Мы про это уже рассказывали, а теперь у парка появился общественный совет, и собрался он практически моментально. Здесь достаточно было буквально день-два по каждой площадке пройтись. А вот приходишь сюда, говоришь, кто у вас круче всех катается? Там говорят, вот Илья. Илья, тебе интересно, чтобы здесь какие-то были движения, там, может быть, соревнования дальше по еще? Да. Есть интерес поучаствовать? Хочу. Он, слышали, его уже в депутаты выдвигают. Вот, вопросов нет. По сути, он и есть депутат от скейтеров и BMX-еров. А ведь Илье 14 сидит за столом с остальными общественниками на равных, слушает и вносит свои предложения. На возраст тут не смотрят. Важны, как говорят сегодня, реализованные кейсы. За спиной подростка два организованных чемпионата. Хоть он и стесняется об этом рассказывать. На каждом из которых я организовал 50 человек, участвовал в трех категориях. Я думаю, это тоже большой такой результат. Молодец. Дело не только в отсутствии привычки. Общественный совет он не про поговорить. Во-первых, это дело сугубо добровольно. Во-вторых, в них состоят руководители организаций и людей, которые живут на этой земле и, по сути, просто готовы взять на себя ответственность за то дело, которым горят. Тут и тренер по йоге, что ведет группы в парке, и спортсмены с воркаут-площадки, и музыканты. Кого тут только нет. По поручению губернатора Андрея Воробьева, да, создаются общественные советы. Мы должны слышать жителей, их предложения, их замечания, организовывать мероприятия, которые интересны в первую очередь зрителям, жителям. Но все для того, чтобы здесь территория была активна, чтобы она оставалась значимой и интересной для жителей. Спектр вопросов широк, начиная от предложений по проведению мероприятий и активностей до жалоб, замечаний и просьб об изменениях парковой зоны. Что-то сдвинуть, расширить, добавить, заменить. Тут сделали даже отдельный чат для оперативного решения проблем. У нас есть, допустим, как формат создана группа, куда они скидывают свои вопросы. Например, скинут, что там-то разбили лампочку, да, наверное, пока там кто-то охранник заметит, кто-то это исправит, они скинут, ребята, у нас проблема, им сразу отвечают, все, проблема решена, то есть это для оперативности очень замечательно. Уже сегодня парк — это сердце города, а что же с ним будет через год под присмотром и управлением такой команды? Красота! Дмитрий Степанищев, Константин Саушкин, Оксана Кононенко, Новости 360.